Для высших учебных заведений Республики Татарстан началась горячая пора, приемная кампания 2018 года. В Татарстане обучается 149 тысяч студентов, большая часть которых учатся в Казанском федеральном университете, а всего вузов в республике 44. В этом году общее количество бюджетных мест возросло на 5%, а за последние три года популярность приобрели направления в сфере IT. Я скажу относительно Казанского федерального университета, что в принципе по всем направлениям бюджетные места либо сохранены, либо немного увеличены. В общем, значит, все, что касается новых направлений, должен сказать, что они появились на всех уровнях, начиная от уровня бакалавриата, специалитета, так и основные магистерские программы. Сегодня они переформатированы с учетом требований и вызовов сегодняшнего дня и дня завтрашнего. Соответствовать современной модели университета значит отвечать вызовам общества, упускать профессионалов в профессиях будущего. У нас произошли определенные изменения в программах подготовки специалистов, но и все эти программы сегодня ориентированы на вызовы индустрии 4.0, о чем сегодня много везде на всех уровнях говорят, но в принципе подготовка специалистов начата по этим направлениям с учетом того, что все-таки как специалист он выйдет из стен университета как минимум только через 4 года. Поэтому вот предвидя, какие специальности будут востребованы рынком труда, мы новые программы сегодня инициировали. Что касается поступления в вузы, в этом году все осталось без изменений. Главным критерием получения бюджетного места является высокий балл ЕГЭ. Олег Ашин, Универньюз.